Двое детей попали под колеса автомобиля в Череповце. Авария произошла в субботу в 3 часа дня на Северном мосту. По информации ГИБДД Череповца, две 14-летние девочки перебегали дорогу в неположенном месте в зоне проведения дорожных работ. В этот момент их сбил 30-летний водитель на Тойоте Королле. Подростков доставили в больницу, обстоятельства устанавливаются. Суд назначил наказание жителю Кады, по неосторожности которого в септике утонул ребенок. Напомним, трагедия произошла днем 27 февраля в прошлом году. Ребенок наступил на незакрепленную крышку выгреба и провалился в резервуар, откуда самостоятельно выбраться не смог и утонул. Как установил суд, септик самодельный и предназначен для обслуживания квартиры, в которой живет 34-летний мужчина с семьей. Мать погибшего мальчика на строгом наказании для подсудимого не настаивала. Кадовский районный суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. С осужденного в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 700 тысяч рублей. Хозпостройка полностью сгорела в Вологде. Пожар произошел на территории дачного кооператива в субботу. В 11 часов 13 минут загорелась хозпостройка на улице Баранковской. Площадь пожара 12 квадратных метров. Строение уничтожено огнем. Причина – неосторожное обращение с огнем.